Приветствую, дорогие друзья, с вами Кейстример, и мы продолжаем наше прохождение Bendy and the Dark Revival. Ну что, давайте выполним побочный квест, отправимся на рынок за какими-то продуктами. Как же непривычно, что табуляция, берется какая-то зарядка делается нашей трубы. Просто в куче игр это... Возможность посмотреть цель задания. Просто не, ну, непонятно, а на каком? Трек 77 возьмите. Ну, я жду трек 77. Давайте так. Отправляйтесь на рынок. На скалы нужен поезд. А, вот сюда. Так, ну вот сразу... Продукты здесь. Но это не рынок. Нас попросили на рынок сходить. Ну, через мясную лавку можно было куда-то там. Так, небезопасная территория какая-то. Так. А вот, фермерский магазин, все. А, принесите ей ингредиенты. Все. Ой, скорей, скорей, скорей. Ну, поднажми. А мы в ту сторону-то едем. О, а тут вкусняхи какие-то могут быть, да?
еще двух. Чипсариков. Зарядить. Так, и что я получу за это? You're a miracle worker. Oh, truly. Чудесный работник. Wish there was something I could do for you. Wait. I spotted something in the fountain yesterday. Don't know what it's for, but you're welcome to have it. You better go see Wilson downstairs. He's been waiting ages. Блин, посмотрите, в фонтане я кое-что нашла, это ваше. Кружка? Еще немножко воспоминаний. Она говорит, вас ждет Уилсон. Говорит, не заставляйте его слишком долго ждать. Что-то я не понял. А вот. Нет, это лайбрери. Уилсон знает твое предназначение. Ну и что же у нас за предназначение? Разлита какая-то дрянь. Жить такой бургер какой-то. Странная у него лаборатория. Ты справилась, Одри, отлично. Заходи. Есть что обсудить. Он говорит, но будь готова, что как только ты пересечешь, нет, не будет пути назад. Поэтому все, за... все что ты не сделала, все сделай. Ну, можно было бы зарядить гентпайп, но я думаю, что это не обязательно. Thank you for coming all this way. The Спасибо, что проделал весь этот путь. To truly destroy such a monster, he must be dethroned, humiliated. For months now, I've been working on something that will do exactly that. Cast out the demon and put a new deity in his place. Stronger, more and controllable. Together, we just need to unleash our ultimate weapon. Come, let me show you my creation. Isn't he beautiful? Simple but elegant, a treasure, powerful beyond anyone. The Ink Demon will fall, and we can have peace at last. It could work, but it sounds risky. How will we control him? We don't want to repeat Joey's mistake. No, we don't. All the factors must be perfect. The right design, the right science, and the right soul. What? At last your purpose is revealed, Audrey. This is Он говорит, для того, чтобы победить демона, нужно вот создать этого чувака, но нужна, видимо, твоя душа. И мое создание будет жить вечно. Come now, Audrey. Иди сюда, Одри. Leave yourself behind. And ascend. I thought you said we needed to save your father. I thought you had a plan to send me home, to make everything right. I lied.
My father is beyond hope. Perhaps you know him. Nathan Arch, owner of Archgate, industrial genius, business tycoon. For years I've lived in his reaching shadow. He always had time for the grand creatives of the world, the doers, as he called them. He knew only the best, the biggest thinkers. How could his lowly son ever hope to compete with that? But now, thanks to you, I can. No need to struggle. My signal prevents you from using those devilish powers of yours. And more importantly, keeps the ink demon from getting in. It's time to die, Audrey, and live again as a god. No, not this time. Короче, ну, он сказал, что план такой, чтобы душу переселить, наверное, вот этого чувака, которого он нарисовал. Он говорит, я всегда был в тени своего отца, мой отец создатель Archgate, в общем, реальный делатель, в общем, который меняет мир. А я всегда был в его тени, но сейчас я могу создать что-то, что может превзойти моего отца. В общем, и, короче, ты мне поможешь в этом. Ну, и наш Одри сказал, что ты, получается, солгал мне, обещал домой меня вернуть. Оказывается, все это хрень полнейшая. Естественно. Что это такое? Это хот-дог. Нормальная тема. Все, субъект принят. То есть вот его это шайтан-машина. Ну, видимо, мы будем драться с Уилсоном. I stopped by the animation department and said hello to the troops. My gosh, they're getting younger every day. Either that or I'm just getting older. It all made me realize time is moving on. The hard struggles don't seem as dire as they used to. Life has other value. I think I'll go home early today. Maybe I'll even pick up a hot dog for Tessa. В общем, заметка отца Уилсона, который, наверное, немного переосмыслил ценности. Считал, что не самое главное это работа. Наверное, что-то такое. Так, это, видимо, какое-то сражение будет. Мы здесь будем заряжаться, бегать. Ты была рождена из темных теней, Одри. Время задать вопросы. Вопрос, куда ты пойдешь? В задницу или еще куда-то? Задать вопрос. Thank you.
Время, Одри, твой путь сломлен. Присоединяйся к черной луже. У тебя ничего не осталось. У тебя нет никакой цели больше. Твое существование — это просто ужасная ложь. Ты просто ошибка. Такой же, наверное, монстр, как и мы все. Подобно мне. Он говорит, только я сделаю тебя сильнее. И наполню тебя смыслом. Время. Нас все равно сожрали. Одно целое. Мы дочь Джо Дрю, этого художника. Произошло. На катушке легче делать. Всего 4. Всегда есть выбор. Я знаю, ты там. За этим злым лицом. Там прячется моя девочка. Моя Одри. Моё самое великое создание. Я напуган. Не знаю, что происходит. Прошлое не определяет тебя. И настоящее тоже.
В конечном счете, все эти годы Джо Дрю преуспел. Он создал жизнь. Но Одри, ты больше, чем это. Ты была его семьей, его дочерью, моей дочерью. Я люблю тебя так. Он говорит, да заткнись. Одри, помни, кто ты. Я знаю, ты там. Тебе не нужно быть этим больше. Никогда не поздно. Просто нарисуй карандашик, то, о чем мечтаешь. У тебя должно быть сердце. Зубы-то у меня лучше стали. Жмите левую клавишу мыши, чтобы... А, все, мы наконец-то поиграем. Вы просто пешки. Кто? Думаете, что можете сокрушить меня? Уничтожить предателя. Уничтожить. Еле с ее собачкой. Да не прут, уроды, надо вперед идти тогда. А Элис сейчас с собачкой, но мы сейчас их всех замочим. Дверь заперта. Ты окружен. Не может быть победы. И сейчас ты умрешь. Это вот кому это он говорит? Ну это вроде не нам говорят. А, мы тебя выпустим? Ни хера не понял. А, это за вкусняшку. Одри, беги. Ранее.
Ну давай. Need some help? Henry, you came! Some battles are worth fighting for, even a million times. Come on, I found a projector up ahead. Run for it. This man, this man, and the cycle will continue. Well then, we'll just have to do better next time. Конец. Ты, честно, ни хера не понял. Да помоги ты, Клави. Может, это и есть смысл такую многозначительную какую-то концовку сделать, которую хрен поймешь. Масса интерпретаций, чтобы было. My father once told me that just because we're born of darkness doesn't mean we belong to it. Батя говорил, что если мы родились в темноте, как бы это не значит, ну в тьме, но это не значит, что мы принадлежим, должны там оставаться. There's a choice to make. Всегда есть выбор, который можно. My father's cartoon world was now mine to rule, to watch over, and to protect. I can make the cycle more bearable for my friends inside. But as for me, I'm the first of my kind. Born of ink, but living in flesh. Joey's world is escaping into ours. So, what's next? Who can say? То есть она его выдумка. Которая смогла из этого мира сбежать. Ну что ж, не без, конечно, отрицательных моментов. Мне очень не понравилось сражение с финальным боссом. Абсолютно не очевидно было, что надо ему бить по поясу, где находится голова. Но в остальном, ну,
прикольная игрушка, неплохо сделана. То, что нет перевода, это большая проблема. Но в основном все годно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи уже в следующих играх. Всем пока.